Найду. Ах ты сволочь! Я нашел тебя, ура! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Корзик, Стаканчик, King on Fire, New Orleans, Fun Fantasy, Dark Dragon, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем добрый вечерочек, ребята. Сегодня у нас очень классная карта, режим прятки. Будет искать новенький игрок. Так что, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord, ссылочка в описании. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Немножечко будет у нас сегодня с хитростью, но ничего, надеюсь, будет прикольно. Будем делать Серегину школу. Я все. Так, я тоже все. Я тоже. Я запрятан. 5, 4, 3, 2, 1. Балунбой псих идет нас искать. Давай, покажи, на что ты способен. Он меня не найдет никогда. Обязательно. А, он еще и по лестнице не может нормально лазить. Я вил. Так. Да ладно! Так быстро? Да! А вы что думали? Сейчас второй ищет, да, нас. Так, у нас очень классная серия получается. Я люблю вообще брать новеньких игроков, чтобы они выполняли какую-то очень важную миссию. Хотел, просился с нами записывать, и, кстати, любой может с нами записать. Вы знаете, что делать. Знаешь, так. Что я скажу, Дим? Да. Мне очень стрёмно, когда новенький играет. Да, он уже так хорошо играет, он будет нас полдня искать. А он раз-раз, и все, и нашел уже одного. Так, получается, у нас сейчас два аниматроника. У кого убили, тоже берите аниматроников, и будем все вместе искаться. Вот меня точно никто не найдет, очень долго будут искать. И меня тоже долго будут искать. Ну что, давай тем, кто... Если нас не найдут, мы ставим бомбу и подрываем всю карту. Не-не-не, сначала пусть поищут. Я думаю, что смогут найти, если правильно все делать. Так, а где они вообще лазят? Я что-то никого не наблюдаю. Я видел спрингтрап, он прибежал. Плюштрап, во. Ой-ой-ой-ой, я чуть не спалился. Там не касался или кто-то под картой летает? Нет, никто не летает под картой. Офигенная нычка, мне нравится. На самом видном месте. При этом они прям ходят возле меня. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Так, ищут, но найти не могут. Я видел опять Плюштрап, пробежал мимо. Да, он ходит здесь. Знаешь, пытается... Что? Нашел? Не. Значит, ты же Бэби Йода? Да. Я тоже сам взял скин, и все, нас не найдут. Да не, у нас найдут, просто надо очень грамотно прятаться. Я бы нашел. Я бы просто прицеливался в какие-то пустые места. И все. Так. А, ну открой Бэби Йода тогда. Ой. Че, нашел кого-то? Я чуть не отобразил, кто победит. Да, то он просто ломает ящики, убийца ящиков пришел. Я знал, что он под лестницей сидел. Так, аккуратно. Перебежечка. Хоп. Ого, как просто громко. А я не знаю, меня не нашли. Меня не нашли, тебя не нашли и стаканчика, вот. Так, еще четверо человек искать. Ребята, давайте, 3 аниматроника против 4 игроков. О, Марионетыч. Дим, перепутал, троих. Троих, тем более. Ого. Вы что там ящики ломаете? Новые ящики в хате? Красивые ящики, вы что? Может, там грибочек валялся? Так, ты видел, как они ищут нас? Хотят найти, но не могут. Да. Сам первый убийца умер. Так. Вы где все? А, меня сейчас убьют! Беги. О, привет, Дима. Ты тоже тут, что ли? Смотри. Веселье начинается. Да блин, ну King on Fire, ты знал эти все приколы, поэтому ты и убил. Я убежал. Тот бы челик новенький нас бы никогда не нашел. Но оказывается, King on Fire, ну что ты так хорошо играешь? King on Fire, я убежал перед твоим носом, ты че? Так, давай, короче, все выдвигаемся на Dark Dragon. Ты готов проиграть? Нет. А тебе придется проиграть.
Короче, в течение 30... Давайте 40 секунд, если найдете, я подрываюсь у карты. Нет, 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 давай так, чтоб на умение. Так неинтересно подрывать карту. Ладно, давайте молим. Давай просто на умение, ты шо? Ладно, ладно. Мы тебя найдем, ты не ссы. Так, пацаны. Пока я ящики. Наверху вижу кого-то, кто-то бегает. А, вот. А, наверху ты. Так, пацаны, все выдвигаемся наверх. Так. Умный, да, самый, хочешь сказать? Да. Да я таких, как ты, убивал стопками. Так, 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 карта очень маленькая, но при этом запутанная. Все-таки я думал, что буду дольше выживать. Был даже уверен в этом. Да мы с тобой дольше прожили. Эй, марионетка, ты жирная. А что, я убил случайно, что ли? Да. А что я убиваю вас? Подождите, я что, на расстоянии бью, что ли? Хорошо, давайте другого возьмем. Что-то я не знал, что я такой псих. О, давайте возьмем Five Nights 4. Так, вот этого. Надо брать маленького, который может видеть то, что находится под полами. Так, Дардрагон, тебя еще не нашли, да? И меня. И меня. Вы что, гоните? Да как вас так много? Так, берите, пацаны, плюш трапа, он убивает предметы. Убивает. Уничтожает. Давайте все плюштра поберем. Двери уничтожает. Бочки. Так. Отлично, отлично. Вы что делаете с такой? Мы бьем карту, все ломаем. Так что следующий будешь ты. Так. Знаю, что кто-то из вас по-любому в предметах каких-то сидит. О! Вот здесь надо искать, вот здесь. Хорошая нычка. Так. Ломаем, ломаем все. Че, громко, да? Вы че сейчас стрёпнули? Не, серьезно, стрёмно, мне сердце стучит от страха. Не бойся, не бойся. Это только начало. Опа. Я опять убежал. Ломаем мониторы. Эх, что ж ты с Friendly Fire, Friendly Fire. Так, пацаны, пацаны. Вы даетесь? Нет, 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 мы тебя найдем, ты не ссы. Нет. Пацаны, у него Baby Yoda, и он прячется в текстурах, полах. Все целимся на полы, и должен быть никнейм видно. Да, King of Fire, видно же никнейм? Я, если что, могу сказать, на средних или высших этажах. Да не надо, мы тебя найдем. Ломаем, ломаем стулья, все ломаем. Уничтожители 2.0. Так громко, это жесть. Это очень громко. Так, внимательно, внимательно. Где-то он сидит. Так. Может, все-таки он тут где-то? Так, все шикают. Обманочка. Нету там ничего. Ну, King of Fire. Ой, King of Fire, Dark Dragon. Мы тебя, я тебя найду сейчас. Найди. Так, если бы я был бы тобой, что бы я делал бы? Я бы запрятался на самом высшем этаже, потому что это логично. Да. Может, мои мозги почитать? Не, да. Мысли мои читать. Да, да, да. Ох ты, говно. Так, ребята, он на самом высшем этаже. Так, так, так. Внимательно. Сконцентрировались. Я в местах сижу, как Киндофар пишет. Нет. Я уверен, что нет. Вы что, даетесь или нет? Да нет, мы тебя найдем. Что, ты уж самый умный? Я внимательно чекаю... Ребята, все чекаем полы. Надеюсь, никнейм будет видно. Ах ты жопа. Не найдете. Да найдем. Нет, не найдете. Найдем. Нет. Да. Говорю, нет. С нами играют профессиональные игроки. Нет, не найдут. Давайте я помогу. Корзик застрял. Спасибо. Обращайся. Я пойду чай себе налью. King on Fire. King on Fire. Я сижу, чаечек выпиваю, смотрю на вас. Какой чаечек? Мы тебе должны замочить. Можешь податься вам, а? Нет, не надо, не надо. Ну ладно. Так, режим полета выключен, поэтому ты залететь в какие-то странные места не сможешь. Я знаю.
У меня есть один способ, как тебя найти. Хочешь, я его использую? Хочешь? Не надо. Так, ребята, у нас есть аниматроник, который бьет на расстоянии. Так, если я буду мочить своих, не обижайтесь. Это с целью найти этого челепиздрика. Ну чё ты? Найду. Ах ты сволочь! Я нашел тебя, ура! Так, ну что, давайте сделаем битву. Все берут плюш-трапов, и мы сделаем битву. Каждый сам за себя. Так, брал плюш-трапа. Уходим. Ты, короче, был в бассейне, что ли? Да, все время сидел. Ах ты жопа. Знаете, сколько раз прибегали плюш-трапы, я пугался. Получается, самый лучший игрок по пряткам в этой серии. Ну что, 3, 2, 1, каждый сам за себя. Ждем на крысу. Кто проиграл, больше не участвует, ждет других. И кто останется последний, тот самый лучший аниматроник на эту минуту. Так, кто остался живых? Я. Мертв. Ты мертв, а? Я остался. Так, крошка-стаканчик, я тебя вижу. Да ладно, да как? Ты хорошо. Я с тобой не дружу. Ты лучше меня. Ты в тех сериях когда-то выигрывал всех. Теперь я не могу никого выигрывать. Ладно, неужели я уже. А, так давайте. Кто-то еще из вас все-таки должен быть лучше. Ну-ка. Давай. Dark Dragon, я за тебя болею. Битва. Напишите в комментариях, кто же выиграет, Dark Dragon или King and Fire. Ай, стаканчик. Ах ты, да. Да блин, да смотри, он какой-то читер, вонючий. Я согласен с тобой. Ах ты жопа! Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Вот как надо!